Хей, йога и сомешмики, мы продолжаем проводить игру под названием Мистер Натс. Если не ошибаюсь, следующая серия будет последней. В плане того, что ее не пройду как обычно, ну как у себя и на Сеге. Поэтому как-то так. Пизас. 84? Серьезно? Следующая локация, которую я не смог пройти. Это ледник. А дальше, я не знаю, типа, есть что-то там, нету. Вот дальше ледника я не проходил. Ice cream. Да, здесь чукчи вот эти. Вот, из-за вот этого я не мог пройти. Из-за птичек, из-за них, из-за пингвинов. Вы думаете, что это шутки? А с вами шутки никто не шутит. Вот просто каждое твое движение это равняется смерти. Вот. Я говорю, вот дальше вот этой локации я никуда не заходил. Там дальше будет паркур по вот этим скользким плиткам. Если ты падаешь в эту воду, ты сразу умираешь. Тогда я тебе, наверное, сразу сделаю. Ой, тихо. Я понял. Вот какого? Почему он падает? Ту-ту. Эскимосы, эскимосы. Ну нахер. Я не знаю, кто это какие-то макаки в... Какие-то макаки. Блин, будет прикольно, если я тут себе хп найду. Будет реально прикольно. Ох, как они сделали это. Как? Ладно. Пойдем по безопасному пути. Ох. О, да ладно, тут были хп. Я понял. Прыжок. Прыжок. Хочешь жить? Умей использовать орехи. Тихо, за орехами. За что мне это?
Так, я туда видел сейф. Добро. Так, осталось только вспомнить, что там... Как отсюда выйти? Ну, типа, просто по хпшке, я думаю, мне достаточно. А. Нашел. Эскимосы. Типа, так. Лучше поверху пойду. Сейф. Ладно, я понял. Спасибо. Неплохо. Ох ты ж, ё-моё, сколько их тут. Ладно, я понял, бежим просто. Херовина крутящаяся. Да, теперь пойми, где ты. Ну блин, я чё видел? Я бегу просто. Я просто бежал. Вот это я сейчас и буду, вот такие вот покатушки. А там еще нужно будет по этим платформам разбегаться и бежать по ним. Ну, думаете, это все детские забавы, да? На самом деле нет, это мучительные процессы. Сраные ледники. Особенно, знаете, проблемы, когда ты не долетаешь. Вот это самая жесткая проблема. Ладно, не страшно. Вот, а раньше я вообще даже, кажется, не замечал эти льдины. Фул хп. Да, я тогда просто пытался с помощью этих птиц синих, когда они будут в обратную сторону ехать. Фух, оно все в глаза дается. Да, я этот уровень не мог пройти. Frozen Nuts, ария 1. Да, я вот до сюда не доходил. А, стой, я здесь сохранился. Ва, зачем я вообще загрузился? Ладно. Смотрите, в принципе, дальше для меня это все новенькое. То есть, дальше я даже не знаю, что будет. Ну, посмотрим. Какие-то там облака злые.
Да ладно. А, ну ладно, на что. Интересно, что она уже почти пропала, а урон не нанесся. Ладно, играем на урон. Ого, замерзший цветок. Крутые эскимосы. Чтоб вы встрались. Что катается или мне показалось? Я хочу туда. Блин. Будет прикольно, что я сейчас иду просто так за контишкой, а потом обратно мне нужно будет по этим же льдинкам бежать. И чё? Ну, погнали обратно теперь. Хотя ладно. Я просто пойду тем же путем, как мы сюда пришли, да и все. И не буду мучиться. Да ёлы-палы, вы издеваетесь. И он издевается. А-а-а. Тун-тун! Так, вы сюда, мы, да, не пошли? Mm-hmm.
Розы Натс, Ария 2. Замороженные орехи. Сейфчик. Не хочу знать. Я ничего не хочу знать. Мне теперь просто спуститься надо? Если да, то это просто. Прыгаем и держимся. Просто прыгаем и держимся левой стороны. Я его не заметил. Ладно, плевать. Сохранюсь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А вот теперь будет, да, довольно опасно в плане того, что мне нужно контролировать, куда мне идти. Как мы видим, это довольно опасно, если не знать, ты куда ты прыгаешь. Стоять. Что тут? А ну давай сюда, чел. Поворачивайся. Нет, ты не убиваешь меня. Ладно. Я хочу посмотреть, что будет. Ну ладно. Там еще не все? Чукча. Прыжок. Сейф. Фух. Неужто? Мистер Близзард. Близзард. Подожди, я что-то не выпал просто. Бигфут. Ну только так. Что мне делать? Понимаете, я не врубаюсь. А как? Вы думаете, это так ли просто?
Ладно, го, шоп. Бутс. Я не понимаю. Он. Давайте анимация. Блин. Ну, ладно, я немножко понял. Тут поймете, в чем подвох? Нужно. Тут надо, короче, становиться аж сюда. И когда он губами делает, типа. Это что? А, подожди, я. Давай, ту-ту-ту-ту-ту. Не-не-не, это уже другой было, подожди. А нет, все было правильно. Смотрите, он, то есть, раз, два. Тупой эти. Тупой эти. Давай, руками подвигай. Пронесло. О, это значит, он будет два раза прыгать. Ладно, так уж и быть, так уж и быть эти. Не, по факту я мог бы. У него там бы остаться и просто его пинать, так как у меня ХП побольше будет, чем у него. Поздравляем, Юхейв. Вы победили снежного человека. Но Дангерс Дед Хэв. Тебе что-то, ты Хэв должен. Все что-то. Креатурс. Креативность. Сервис. Фухаус. Дома и день. Ты. Есть Броуин, все земляки, Фромью, новые ледяные горы. Или годы. Спасибо тебе, что. Спасибо тебе, Йети. Но никогда больше мальчик Эгейн. Снова. Это герой Мистер Натс, он что-то мясо.
Короче, слишком чухнутое приключение вышло. Безумное. И что дальше? А, это все? Ну что, ребят, если тогда так, тогда давайте обдумывать. В принципе, если оценивать данную игру, то довольно прикольная. Да, по количеству уровней она... О, видите, тут обваливается вот платформа. Так сказать, количество уровней здесь не так уж много, но секретных тут уровней тоже есть, поэтому оно более-менее как бы за счет этого выходит в плюс. Также можно увидеть большое количество врагов, сложность самой игры. Я доходил только в соло, ну, вы понимаете, да, то есть без каких-либо проблем, это только до зимней локации. На телевизоре не было видно платформы, которая находится в воде. Я просто с разбегу прыгал и думал, может, я должен как-то прыгнуть так, чтобы допрыгнуть. Или с помощью моба, который, допустим, кидает копья, чтоб он кинул, и я с помощью этого копья, ну, то есть быстрее копья побежал, на копье запрыгнул или перелетел. Также тут прикольно, что здесь, так сказать, боссы. И у боссов есть какое-то количество атак. Есть, допустим, запоминающие уровни, как, допустим, сейчас показываю. Это когда мы стали маленькими, либо тоже клоунада. Ну, не знаю, мне почему клоунада раньше казалась самым лучшим уровнем, только из-за того, что я уйма времени на него потратил, чтобы туда попасть. Для меня это было что-то новенькое. Ну, а так, значит, первое место пока занимает кухня, второе — цирк. Наверное, последнее место займет это с деревьями. С деревьями было скучно. Из боссов, сколько их получается было? Паук, ведьма, великан, великан, осьминог. Эти, да, получается 5 боссов нашел только. Ну, если поставить по прикольности именно по боссам, то, наверное, первый это великан, хотя тактика против него довольно легкая. Самая легкая тактика против кого — это против ведьмы, то есть стоите наверху и все, вас никто больше достать не может. Это раз, ну типа, ладно, давайте по сложности. Конечно, самый сложный это Йети, потому что это финальный босс. На нем у нас должно быть дохера контишек. И мы должны было контишек где-то 30 потратить, чтобы понять именно тот момент, когда нужно ловить, чтобы бежать, тебе, блядь, не спалили. А, точно, еще клоун был. Я что-то про клоуна самого и забыл. Про цирк. На следующем месте, наверное, будет у нас как раз тот самый клоун. Потому что... Тут тоже вот эти головы летающие постоянно. Тут арты летающие. Ну, сами локации, сказать так, легенькие. Следующий, наверное, босс по сложности, да? То есть мы идем в обратную сторону. Короче, самый слабый у нас выходит это либо ведьма, либо паук. Потому что с помощью тех пауков, которые наверху, можно убивать паука большого. Поэтому, ребят, как-то так, да? И осьминог у нас второе место. Пускай первое место займет ведьма с этим, так сказать, с пауком. Второе место у нас занимает, как вы поняли, осьминог, потому что он высвобождает своих этих помощничков, они просто налетают на тебя и грызут. Поэтому как-то так, ребята. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до следующих игр. Всем пока.